Ну и уже определенно точно известно, что на борту разбившегося Ту-154 находилась и Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Об этом сообщили в Минобороны. И, кстати, о запланированной поездке Елизавета Глинка рассказывала на днях сотрудникам салона красоты, в котором часто бывала, и информацию о том, что на борту Ту-154 была доктор Лиза, подтвердил ее супруг. Добрый вечер, души человек. Ну, у меня фонд. Ну, мне шок. Последний раз она была в пятницу. Приходила делать на педикюр. В среду маникюр. Когда приходила в пятницу, она говорила, что она уезжает в Сирию. Супруг Елизаветы Глинки собирается отправиться в Сочи, а тетя доктора Лизы старается сохранять спокойствие. Они накануне общались, и вот она уверена, что все будет хорошо, и что Елизаветы не было на борту. Мы до последнего не знали, потому что вот буквально только что я слышала, когда они сказали, что близкие люди Лиза, там, кто видно, кто ее провожал до самого самолета, водитель, кто ее не провожал до самолета, угу. Они сказали, что ее там не было.